Let me show you something. Here we go. Друзья, всем привет. Я, как и обещал, хочу пройти этот адовый уровень, который на стриме мне не дался. Этот спидран. Я сейчас попробую записать для вас это прохождение. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот он, посещенный уровень. 60 секунд. Забег очень сложно. Поехали. 4% прохождения. Я добьюсь успеха. Я должен. Так. Отлично. Первый блин. Ну-ка. А, все. Отлично, поехали. Next. Так, тут то что? Все, понял. Здесь надо подпрыгивать. Ой. В общем, самое главное в спидранах Марио — это не забыть, с чего там вообще все начинается. Угу, отлично, не долетел. Слишком рано отжал разбег. Ага. Можно и здесь не прожать, как выяснилось. Угу. О, ну что ты, мистер Марио. Да, это было позорно просто. Сам дьявол придумал этот уровень. Понял. Так дело не пойдет. Я, короче, другим хватом учусь пока играть. Потому что у меня большой палец уже онемел, и не чувствую его. Понятно. Недолет. Я даже не дышу. О, магад, я это сделал, я прошел. Кайф. Все, ребят, это было прекрасно, это шикарный уровень. Мы ставим ему лайк обязательно.
Всем спасибо. Я пойду поплачу, пожалуй.